На сегодняшний день мы должны рассуждать так. Каждый раз, когда наступает кризис, появится, безусловно, много проигравших. Но также есть и победители. И победители здесь — это индустрии, способные к адаптации. Индустрия путешествий не адаптировалась. У них, возможно, нет каких-то соответствующих идей на данный момент. Люди начали ездить на машинах, вместо того, чтобы летать. Так что авиалинии в не лучшем положении. Также и отели. Но некоторые люди ощущают себя очень даже хорошо. Те, кто, например, продают вам средства дезинфекции помещений. Люди, продающие маски, чувствуют себя отлично. У компании Amazon бизнес идет феноменально, как у тех, кто занят доставкой. Здесь мы имеем дело со сдвигом экономики, сдвигом дохода из одного сектора в другой. И это во-первых. Второй нюанс. Это я очень глубоко усвоил, работая трейдером. Практически каждый кризис приводит к избыточной реакции со стороны правительства, что провоцирует, в свою очередь, аномальное оживление рынка как следствие инъекции ликвидности. Правительство смотрит на рынок акций и влияет на ликвидность. Это все началось в 1987 году. Тогда был обвал, и рынки акций находились в сумбурном состоянии. А почему? Потому что Алан Гринспен, тогдашний глава Федерального резерва, счел необходимым либо включить печатный станок, либо опускать основную ставку. Сегодня Федеральный резерв лишен одного из средств воздействия на рынок, ведь основная ставка уже равна нулю и ниже идти по сути нельзя. Арбитраж, конечно, отсутствует, но есть монетарная политика, способная кроме коррекции основной ставки еще и печатать деньги, тем самым закупать ценные бумаги. К примеру, возьмем Федеральный резервный банк Нью-Йорка. Они выкупают все, что попадается на глаза, все, что продается. Это определенно поддерживает рынок акций, но на время. Нужно помнить, нет ничего вечного, нет ничего постоянного. Как только они прекращают выкуп или сочтут, что это ведет к инфляции, все вернется на свое место. Наперекор интуиции, рецессии идут на пользу рынку акций. Ввиду вышеописанной реакции, рецессия ведет к оживлению и буму. Даже волатильность рынка акций. Ставки повышаются, люди начинают перекладываться из одного актива в другой. В этом и кроется причина того, что рынок акций не сокращается. Если не обращать внимания на рынок акций и сфокусироваться на том, что люди сегодня тратят деньги, но не работают. Если вы прогуляетесь по улицам и увидите, что бизнесы закрыты, вы увидите целые сектора, которых больше не будет. Например, разворот номер один. Рынок недвижимости. Он очень плох. Строительство коммерческой недвижимости и, конечно же, розница. Потому что люди сегодня покупают охотнее на Амазоне. Хотя дела там тоже не очень хорошо. А иные сектора в порядке. Да и вообще со временем экономика адаптируется. В том же смысле, в каком, например, и я адаптировался. Ну вот, к примеру, я профессор. И теперь у меня дома самая настоящая студия. Одним словом, я адаптировался. И кстати, для университетов или организаторов конференций это выгоднее и дешевле. Работая онлайн, не нужно летать куда-то, не нужно содержать офисы и не нужно кормить участников. Все стало доступным. Огромная экономия времени. Именно в этом смысле я адаптировался. Я надеюсь на лучшее. Несомненно, но если перемен к лучшему не произойдет, я готов, я адаптирован. Мы все проходим сейчас адаптационный период. И мне видится более того, что в течение 2-3 месяцев адаптация для многих людей перерастет в процветание. Они будут сожалеть о времени безмятежности. Я не думаю, тем не менее, что все нормализуется на сей раз. Но если, конечно, не изобретут чудодейственные лекарства, которые обычно попадаются на обложке. И, как правило, если то самое чудодейственное лекарство попадает на обложку какого-нибудь Newsweek, то это уже и не лекарство вовсе. Оно не сработает, как и 30 лет назад. Помните интерферон? Такое лекарство от всех вирусов. И даже если будет такое лекарство, люди, конечно, будут ожидать побочных эффектов, в первую очередь.
или вакцина, которая на самом деле не адаптирована к мутациям вируса. И даже если лекарство будет изобретено, у людей все равно останется паранойя, и они не будут собираться в парах, ну, кроме, может быть, молодых людей. Разумные люди в барах собираться не будут. Не пойдут в места, где много народу. Люди не будут собираться в переполненных лифтах. Одним словом, люди будут избегать большого скопления народа, если у них будет такая возможность. И такая возможность, по всей видимости, будет. Даже ресторанный бизнес может адаптироваться. Я сейчас в Атланте, по сути, как беженец, и мне даже нравится. Кстати, я заметил, что рестораны выходят под открытое небо полностью. Они проявляют тем самым изобретательность. Вот вам и дополнительная социальная дистанция. Но это, конечно же, неосуществимо посреди зимы в Нью-Йорке, к примеру. Так что проигравшие, несомненно, будут. Даже если будет изобретено какое-то лекарство против вируса. Поймите, понадобится много времени для того, чтобы все по-настоящему поверили, что находиться в людных местах безопасно.